Раннее утро в Цермате, деревеньки у подножия величественной горы. Многие видят в этой грандиозной вершине нечто таинственное. Кто-то мечтает покорить ее самостоятельно, а другие любуются ей на расстоянии. Регион, располагающийся вокруг пика Маттерхорн, открывает своим гостям уникальный горный мир. Известные альпинисты Герлин де Кальтербруннер и Андре Жорж находятся посреди того, что составляет часть их повседневной жизни. Скалы, лед, снег, солнце и ветер. Я открыла для себя горы в очень раннем возрасте. Мне очень повезло, что священник нашего прихода был заядлым альпинистом и прекрасным скалолазом. По воскресеньям после мессы он брал нас с собой в горы. Из-под его рясы всегда выглядывали альпинистские ботинки, и мы могли отправиться в путь без промедления. Поэтому уже в самом раннем возрасте во мне родилась страстная любовь к горам. В возрасте 23 лет эта страсть привела ее на самые высокие горные пики мира. Здесь, на северном склоне К2, самого сложного восьмитысячника, в августе 2011 года она вместе со своей командой столкнулась с невероятно тяжелыми условиями. В какой-то момент из-за плохой погоды и большого количества выпавшего снега мы подумали, что придется оставить и нашу седьмую попытку. Но в последнюю минуту установилась обещанная хорошая погода, и после стольких неудач мы дошли до второго по высоте пика в мире. Осуществилась мечта Герлинды – покорить все 14 восьмитысячных вершин, став первой женщиной, которая смогла это сделать без дополнительного кислорода и носильщиков. С малых лет горы были частью жизни Андре Жоржа, горного проводника из Вале. Он уже покорил 9 восьмитысячников, но его продолжают манить родные вершины. Я начал ходить в горы, когда мне было 16 лет, и был в восторге от своего первого подъема. Я понял, что хочу заниматься именно этим. Андре родом из Валь-де-Аневьер. Он много лет знаком с Кёби Юлиным, тоже горным проводником из Цермата. Андре живет в уединенной местности на высоте 1800 метров по склону Хуан-Дюдзате. Кёби приезжает к нему по делу и сразу же приступает к своему вопросу. Привет, Кёби! Как дела? Привет, Андре! У меня есть один проект. Хочу пригласить тебя поучаствовать. Прекрасно. Заходи. Вот карта Цермата. Несколько лет назад, зимой, ты участвовал в высокогорном туре вместе с Эрхардом Лоретаном. Этим летом мы хотим повторить нечто подобное с двумя группами. От Грехен к Маттерхорну и от Вайсхорна к Маттерхорну. Не против пойти в одной связке с Герлинде Кальтербруннер? Конечно, нет. Герлинда — прекрасная альпинистка. Мне посчастливилось несколько раз встретиться с ней на базе в Гималаях. Я пойду за ней, а она будет проводником. Отлично. Проект родился, и идея воплощается в жизнь. Андре вспоминает свое зимнее восхождение с Эрхардом Лоретаном.
Вместе с Герлинде Андре дошел до вершины Дон, одного из пиков в гряде, окружающей Маттерхорн. Пик Дон, высота которого 4545 метров, является самой высокой вершиной массива Мишабель, самой высокой горой, полностью находящейся на территории Швейцарии. В то же самое время на высоте 800 метров вертикального северного склона горы Циналрадхорн. Проводник Симон Антоматен и Фелиситас Феллер образуют вторую связку этого тура памяти. Они идут к вершине по северному хребту. Здесь, на западной стороне долины Маттер, прямо в небо врезаются пики высотой 4000 метров. Отсюда открывается захватывающий вид на Маттерхорн. Самое главное – это гора. Больше всего меня интересует поиск самого простого решения, самого легкого пути к опасной вершине. Для Фелиситас и Симона эти горы – родной дом. Горная гряда, окружающая Маттерхорн, всегда их завораживала. Фелиситас – серьезный альпинист, и для нее также важны и другие качества горы. Очарование ходьбы и скорости. Я понимаю тех, кто выбирает сложный маршрут, который бросает вызов твоему физическому состоянию и психике. Лично меня не очень привлекает скорость. Я люблю разделить с друзьями эти прекрасные моменты, когда нам хорошо вместе, и мы радуемся горам. Это каждый день придает нам новые силы. Молодец! Супер! Приближение к самой вершине – очень волнительный момент. Когда ты стоишь на вершине, ты связываешь этот момент с крестом, установленным на самом пике. Между тем, Андре и Герлинде уже должны отправиться вдоль по хребту по направлению к Тешхорн. Массив Мишабель и венец пиков вокруг Цермата имеют большое значение для Андре. После двух неудачных попыток покорения всех этих вершин, им вместе с Эрхардом в 1986 году улыбнулась удача. Андре вспоминает. Мы с Эрхардом хотели покорить все эти четырехтысячники. Это был невероятный тур, включавший 50 километров хребтов и 25 тысяч километров подъема. Мы шли по короне из пиков, окружающих Цермат. Я знал эти горы и много лет мечтал отправиться в такой тур зимой, переходить с одной вершины на другую. Я связался с Эрхардом, и ему сразу же понравилась моя идея. Мы решили идти по хребту, не спускаясь вниз, и сделать это именно зимой, чтобы почувствовать всю сложность этих гор.
Мы провели на вершинах Вале 18 незабываемых дней. Этот наш тур стал идеальной подготовкой для Эрхарда, у которого была цель – покорить все 14 восьмитысячников мира. В конце концов, ему это удалось. Пройдя по самым сложным маршрутам, часто на высокой скорости и без дополнительного кислорода, он стал третьим, кто смог это осуществить. Эрхарда Лоретана больше нет в живых. Он разбился насмерть в 2011 году при очередном восхождении на Грюнхорн в Бернских Альпах. А в это время Симон и Фелиситас спускаются с вершины Цинал-Рудхорн. Это классический спуск по снежным хребтам, когда альпинисты идут очень близко друг к другу. Условия прекрасные. Оба альпиниста идут по так называемому канцелю. Они поднимаются на несколько вершин, которые входили в маршрут Андре и Эрхард. Кроме того, для Симона восхождение связано с его амбициями. Давайте говорить честно. Почему-то восхождение представляет собой некий знак качества, утверждение себя и других. Смогу ли я? И я ставлю перед собой сложные цели. И если получается их достичь, конечно, чем более неопределенная цель, тем больше получаешь удовлетворения, когда достигаешь ее. После Веленкупе Симон и Фелиситас идут на Гран-Жандарм, поднимаясь на Обергабельхорн с северо-востока. Альпинист сам ставит себе цель. Это значит, что ты сам должен решить, возьмусь ли я за что-то действительно сложное, когда у меня практически нет никаких шансов. Или же я пойду на гору, которую я легко смогу покорить. Важно выбрать идеальный маршрут, правильную гору. А Андре и Герлинды уже дошли до бивуака Мишабель. Места в горах, где можно в простой обстановке провести ночь и получить кров. Андре – человек гор, посвятивший им всю свою жизнь. Я очень благодарен своим родителям за то, что я вырос в деревне, в окружении животных. Детьми мы уже выполняли какие-то обязанности и вносили свой вклад в домашние дела. Родственники со стороны отца были горными проводниками. Я их не знал, но, думаю, моя жизнь была очень похожа на жизнь братьев отца. А среди них были и очень известные проводники. Здесь они устраиваются на ночлег, с удовольствием ужиная в обществе друг друга перед восхождением на новую вершину. Субтитры сделал DimaTorzok.
В биваке Мишабель не получится долго нежиться в кровати. Рано утром они отправляются к Альпхубелю на высоту 4200 метров. День постепенно начинается, и первые лучи солнца заставляют их забыть о холодной ночи. Пейзаж высоких альпийских гор играет светом и тенями. С новым днем приходит новая жизнь. Андре и Герлинде идут по следам, оставленным другими альпинистами. Они достигли вершины Альпхубеля, излюбленного горнолыжного курорта, откуда открывается захватывающий вид с жемчужными пиками гор. Далеко внизу, в долине, лежит Цермат. Это популярное направление альпийского региона прославилось во многом благодаря Маттерхорну, уникальному горному образованию, королеве гор. Близлежащие склоны вокруг Цермата образуют типичный низкогорный ландшафт. Сотни лет назад обитатели этих мест жили, возделывая землю. Здесь, в Цермате, можно ощутить всю романтику гор. До сих пор живы древние традиции, которые позволяют увидеть контраст между новой и старой жизнью. Остается неизменным и местное название Маттерхорна – Хору. Несмотря на развитие туризма в Цермате, на некоторых альпийских пастбищах все еще пасется молочный скот. Чуть подаль – территория дикой природы. Сегодня населенные пункты соединяет современная транспортная инфраструктура. Поезда идут сквозь туннели и узкие ущелья, через которые раньше было сложно пробраться. Это позволило развить альпийскую дорожную сеть, соединяющую поселения долины друг с другом. В
ветка восток-запад вела через Цмутталь, а север-юг – через перевал Теодул в Аустаталь. Следы, оставленные высокогорными альпийскими мулами, свидетельствуют о тысячелетней истории. С первобытных времен здесь живут люди. К западу от Цермата на тропе к долине Цмутталь лежат большие каменные плиты. Археолог Урс Летингер провел много лет, изучая историю этого края. Археологи пытаются понять, почему эти лунки как бы вырезаны в скале. Существует несколько теорий. Некоторые полагают, что это звездообразование. Другие видят в них древний календарь равноденствия. Третья версия повествует о том, что это скучающий мальчик-пастушок колол орехи. Наверняка никто не знает. Глядя отсюда на Цмутталь и Маттерхорн, я думаю, что лунки были вырезаны для ритуальных обрядов. Дорога с востока на запад из Цмутталь-Валь-де-Оневьер – это средневековый торговый путь, ведущий на Коль-де-Эрен к нижнему региону, Вале и далее к Сиону. Люди оставляли дома своих предков в районе Цермата и шли в поисках пропитания по этой дороге. Многие оседали в Валь-де-Оневьер. Позднее, когда ледник продвинулся дальше, этот путь стал непроходимым. Проход под нависающей скалой Шварцечюгге вблизи Маттерхорна также относится к высокогорной альпийской сети дорог между Церматом и Аустатальем на юге. Для археолога Урса Лейтингера это место сразу же стало идеальным укрытием в ходе его тяжелого путешествия по высокогорной альпийской местности. Летом, около 8 тысяч лет назад, сюда приходили охотники и собиратели периода мезолита. Они охотились на альпийских козлов и сурков. Здесь они разбивали свой лагерь. Во времена неолита это укрытое место использовалось как своеобразная доисторическая хижина. Мы находили остатки костров. Они здесь останавливались, разводили костер, чтобы согреться, а затем шли дальше. Скорее всего, они забрали весь свой скраб с собой, поскольку мы не нашли практически никаких инструментов того времени, лишь пару сломанных и непригодных ножей неолита. Все остальное они взяли с собой и продолжили свой путь. Они отдыхали под защитой этих горных образований, чтобы набраться сил на оставшийся путь, проходящий, например, через ледник Верхний Теодул. В 1980-х здесь были найдены останки купца XVI века, прозванные Эци из Цермутта. Начиная с 20 века, эти ледяные и снежные поля освоили любители спорта на своих деревянных досках. Бум горнолыжного спорта в Цермутте начался, когда на переходе Теодул были открыты первые подъемники. То, что в прошлых столетиях было сложным горным переходом от Цермата до Аустаталя, теперь представляет собой один из самых больших лыжных курортов Альпийской дуги. Беззвучное скольжение по снегу, когда ты практически плывешь или паришь, завораживает многих людей. Может быть, именно так осуществляется первобытное желание человека преодолеть силу притяжения. Здешняя атмосфера вдохновляет.
Восхищенные прекрасным видом молодежь и пожилые люди заводят разговоры. И это тоже одна из местных традиций. Лыжные нации тренируют в этом регионе свои таланты. И некоторые будущие олимпийские чемпионы уже испытали здесь свои силы. Самая северная вершина массива Монте-Роза – Нордент. С севера к ней можно подойти по сложному пути через хребет Катаринен. Исходная точка – это бивуак охотников у подножия хребта. Именно здесь остановились на ночевку и подготовили свою экипировку Андре и Эрхард. Они поднимались вверх по отвесной стене при ужасных условиях, совершив главное восхождение этого тура. Чтобы наиболее безопасно пройти этот сложный подъем, Эрхард шел первым без рюкзака, а Андре нес оба рюкзака, следуя за ним. Несмотря на выдающиеся достижения Герлинды, альпинизм не превратился для нее в рутину. Она вспоминает свои восхождения на сложные вершины. В горах мне довольно хорошо удается подчиниться вершине, ситуации и в конечном итоге всему творению. Я верю, что бы ни случилось, все будет хорошо. Это не означает, что я снимаю с себя ответственность. До какой-то степени я держу все под контролем, но при этом мне необходим некий уровень базового доверия, поддержки, независимо от того, что я делаю. И я верю, что мне дадут то, в чем я нуждаюсь. Можно делать великие и замечательные дела. Можно бросать вызов своим возможностям, окунаясь в мир, правила которого тебе знакомы. Но правда состоит в том, что риск есть всегда. Кроме того, нам часто везло, и в отличие от некоторых других, мы все еще здесь. Господь был к нам очень милостив. Моя уверенность в присутствии Бога во Вселенной всегда оставалась непоколебимой. Wirklich noch nie angeschlagen. В это время Фелиситас и Симон дошли до другой стороны долины Маттерталь. Они поднимаются на Дент-Бланш по Фирисельсград, получая удовольствие от идеальных погодных условий последних дней лета и зная, какими бывают условия зимой. Зимние восхождения пока не очень популярны, потому что условия разительно отличаются от летних. Все местные горы гораздо сложнее. Особенно трудно пришлось тем двоим, кто был в этом туре в начале марта, при той погоде.
Там они оттачивали базу, чтобы позднее в Гималаях показать отличные результаты. Так и происходит подготовка. Никто не смог повторить их восхождение. Поставив перед собой цель, во что бы то ни стало, покорить четырехтысячники вокруг Цермата, Эрхард и Андре не испугались ненастной погоды и ни разу не спустились в долину. На вершине Дент-Бланш Симон и Фелиситас встречают других альпинистов, шедших по обычному маршруту Ван-Флугра. Дент-Бланш высотой 4300 метров, расположенный на краю Курон-Империалия, как этот горный хребет называют Валь-де-Эрен, имеет такое же значение для людей из этой долины, как Маттерхорн для жителей Цермата. После пика Нордент, располагающегося на массиве Монте-Роза, Герлинда и Андре пересекают область ниже вершины. Они доходят до хижины Маргарита на горе Сигнал-Купе на высоте 4554 метра. Андре подводит итог того, что с возрастом начинают ощущать многие альпинисты. Конечно же, когда тебе 60, чувствуется разница. Уже есть какие-то болячки, и я не в такой хорошей форме, как прежде. Ты уже не такой ловкий и начинаешь думать, что пришло время перелистнуть эту страницу. Но мне приятно видеть, что молодые альпинисты продолжают нашу традицию с таким же энтузиазмом. Иногда нападает ностальгия, и на глаза наворачиваются слезы. В уютном домике Маргарита они вспоминают свои экстремальные подъемы на Маттерхорн. Именно здесь они заканчивают памятный тур в честь своего погибшего товарища и альпиниста Эрхарда. В любое время дня и ночи горные спасатели готовы оказать помощь попавшим в беду или заблудившимся в горах. Для работы в горах часто ключевую роль играет вертолет. Команда спасателей из Цермата – одна из лучших в мире. Они должны быстро отреагировать, когда альпинисты попадают в сложные ситуации. И не так важно, что стало причиной. Вертолет дает идеальную возможность добраться до труднодоступных мест. Горные спасатели используют свои ноу-хау и зачастую посвящают жизнь спасению нуждающихся. Альпинисты знают, что погода может измениться мгновенно. Даже самые опытные могут попасть в непредвиденные внештатные ситуации. Использование вертолета на северной стене представляет особую сложность. Поскольку эта стена практически отвесная, пилоту Геральду Биннеру и спасателю, прикрепленному к веревке, приходится общаться и работать с максимальной точностью. Результат спасательной операции сложно предсказать. Если сгустится туман и поднимется сильный ветер, она может стать очень опасной. Требуется очень большой опыт, чтобы подлететь как можно ближе к поверхности скалы. Висящий на веревке, спасатель Курт Лаубер тоже должен собрать все свои силы. На моем счету больше 1000 спасательных операций, и это стало обычным делом. Но истории людей привносят много эмоций, как радостных, так и печальных. На душе становится хорошо, когда удается кому-нибудь помочь. Это всегда радостно. Курт Лаубер попал в критическую ситуацию в 1995 году.
спасая команду альпинистов из Вале, застрявшую над нависающей скалой Цмутназы. Все дело было в погоде. Туман то застилал все вокруг, то рассеивался. В таких случаях всегда есть риск, что спасатель, отсоединившись от веревки, останется на скале или вообще не сможет до нее добраться. Такие места, как в Цмутназе, вертикальные или отвесные скалы, всегда ведут себя непредсказуемо. Участвуя в операции по спасению команды альпинистов из Вале, пилот Геральд Биннер не мог разглядеть стену под Цмутназе и изменил положение вертолета, остановившись подальше от стены. Когда я связался с пилотом по радио, чтобы потихоньку начинал нас поднимать, я увидел, что вертолет уже висит не над нами, а по диагонали от нас. Я сказал Геральду: «Ты можешь лететь, мы готовы подниматься». Мы оторвались от скалы, раскачиваясь как маятник над пропастью. Это был самый безопасный способ, как можно скорее покинуть скалу. Горы вдохновляют многих людей. Но если недооценивать их опасность, можно попасть в сложную ситуацию. В этот момент человек видит пределы своих возможностей и должен принять, что не может контролировать все в своей жизни. Спасательные операции для многих стали вторым рождением. Технике и технологиям можно научиться. А вот все остальное, пойдет ли операция успешно или нет, зависит от удачи, и нет никаких гарантий. После каждой операции я испытываю благодарность, ведь все могло обернуться совершенно иначе. Всегда нужно доверять Богу, верить, что погода будет благоприятной. Если она портится, нужно работать с тем, что есть. Кёби Юлин на своем опыте попробовал довериться спасательной веревке и спасателю. Я испытывал странное ощущение, находясь посередине скалы над пропастью. Внезапно стал сгущаться туман. Мы не знали точно, получится ли у нас покинуть эту скалу. И вдруг вышло солнце, и мы смогли отправиться к хижине. Было так приятно снова почувствовать землю под ногами. Ледники тоже представляют опасность, и нужно спасать альпинистов, провалившихся в трещины. Горные спасатели под руководством Бруно Йелка нашли ледяную пещеру на леднике Теаду, огромный ледяной купол под слоем снега, таящий опасность как для альпинистов, так и для лыжников. Мы – спасатели, и мы всегда рады, когда удается спасти чью-то жизнь. Мы не судим, если кто-то совершил ошибку, ведь это не меняет нашей задачи. Мы должны идти и помогать попавшим в беду. Много лет назад Кристал Уинклер упала в ледяную расщелину на перевале Лисьё с высоты 30 метров и провела там 8 часов. После того, как ее спасли, они с Бруно Йелком, который ее спас, стали друзьями. Нас было 11 человек. В 2 метрах впереди меня шел мой товарищ из нашей группы. Он на мгновение отвернулся, и в следующий момент меня уже и след простыл. Было темно, и я падала, а потом попала как будто в тиски. Находясь внизу, я чувствовала, что у меня ужасно болит рука. Она была выгнута в другую сторону. Я не могла даже пошевелить ей. Было очень тяжело. Ведя туристов по горному маршруту, ты несешь всю ответственность. Если погода ухудшается, нужно развернуться и идти назад. Но в ходе спасательной операции это нереально. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь попавшему в беду человеку.
использовать все возможные средства. Мы не можем сказать: «Ой, погода испортилась, пусть подождут, пока она не наладится». Нет такого варианта. Сегодня Кристал хочет спуститься под ледяной купол вместе с Бруно и вспомнить прошлые события. Господь Бог и спасатели Цермата дали мне второй шанс. Все могло окончиться довольно плачевно. Мы просто делали, что могли. Нам очень повезло, что мы смогли вытащить ее живой и спасти. Я совершенно уверена, что есть кто-то, кто присматривает за нами. Он защитил меня, и я буду благодарна ему всю свою оставшуюся жизнь. Врачи сказали, что это было маленькое чудо, а я думаю, что это очень большое чудо. Меня окружал целый сон ангелов-хранителей. Нужно принимать то, что предлагает нам гора. Она может отомстить или пропустить нас. Это зависит от условий. Мы можем подниматься на нее, но должны уважать и ее, и условия, которые нам даются. Для меня в этом и заключаются чары горы. Хребет, ведущий из Дендерен к Маттерхорну, труднопроходимый. Симон и Фелиситас идут по этому невероятному маршруту к Маттерхорну. Симон размышляет о чувстве локтя в горах. Идти в одной связке — это не то же самое, что сходить вместе в бар. В связке ты зависишь от другого. Ты несешь и принимаешь ответственность. Такое сотрудничество приводит к сильной связи между людьми. Ближе к концу горного сезона в Альпзунега над Церматом проходит праздник горных проводников. Они вспоминают прошедший сезон и благодарят за прошедшее лето. Уважаемые проводники, дорогие друзья гор! Часть нашей самобытности как жителей Вале связана с горами. Вале с его высотами и низинами обращается к душе и сердцу человека, даря нам знаки и символы, которые ведут нас по жизни. В конце лета мы возносим благодарности. Сезон прошел без происшествий. Спасибо тебе. Так прекрасно, что у горных проводников есть эта старая традиция — благодарить Бога за то, что Он всегда с нами. На вершинах многих гор Вале установлены кресты. Это всегда напоминает нам о духовном измерении. Есть нечто за пределами человеческой вселенной, за пределами того, что мы смогли создать. Это измерение Христа. Горный проводник и его группа постоянно ходят по краю. Никогда нельзя сказать наверняка, что вернешься домой целым. Я хочу сказать, что в таких турах всегда думаешь о Боге, о запредельном. В каждом туре надейся, что придешь домой в целости, и члены группы также вернутся домой здоровыми. Всегда есть чувство, что ты в Божьих руках.
восточной стороны Симон Фелиситас перебираются через гребень Леон к Маттерхорну. В нашей человеческой природе постоянное стремление искать все новые трудности. Каждое поколение горных проводников старается пойти дальше предшественников. Я уже сейчас могу вам сказать, в спортивном скалолазании есть молодые люди, рядом с которыми у нас просто нет никаких шансов. Хотя мы и добились неплохих результатов в соревнованиях. Этот интересный факт говорит о том, что развитие не стоит на месте, оно идет вперед. Хотя горы, они остаются такими же. Симон и Фелиситас доходят до вершины Маттерхорн. В ходе последних 150 лет она была одной из самых популярных среди альпинистов гор. Природа поступает, как считает нужным. Она не подстраивается под человека. Это мы должны под нее подстроиться, научиться ее уважать. Человек невероятно мал, а природа огромна. У меня даже слов не хватает. Маттерхорн. Находясь под чарами этой горы, человек ощущает эмоциональный и личностный подъем. Небеса и земля сходятся в одной точке, и ты начинаешь ощущать близость Создателя к человеку.